Вообще, конечно, у меня, если честно, шоковое состояние от некоторых людей, которые продолжают давать мне какие-то советы и сравнивать мой дом с какими-то другими приютами. Ребят, это мой частный дом. Мне не нужны здесь лишние люди. Мне не нужны какие-то приезды сюда, экскурсии. Я не клоун, здесь не цирк. И времени на какие-то там приезды ко мне, ну, у меня нет на это времени. У меня просто нет на это времени. Вы никогда не поймете, что такое 120 животных. По поводу варки каш. Господи, ну сколько можно-то, а? Мало того, что мне советуют сварить каши для своих, так мне еще советуют сварить каши для бездомных. Вы вообще представляете, что это такое? Это ведь и не кастрюлька, и не две. И куда я поеду? Я поеду покормить 50 собак на дачу с маленькой кастрюлькой каши. Я вот что хочу сказать по поводу вообще, в принципе, варки любой еды, даже для себя. Вот Наташа Шибирина не даст соврать. Она у меня была в воскресенье и просто весь день занималась тем, что счищала с окон плесень. То есть со специальными растворами в перчатках, со шпателем. Вот у меня все окна зимой, видите, вот все течет, потому что нет вытяжки, неправильно сконструирован дом. Не я его строила, я его такое купила. И вот у меня просто все абсолютно окна в плесени, то есть вот до потолка. Все это счищалось. Дальше будем смотреть, что с этим делать. Я себе, когда что-то отвариваю, мне приходится окна открывать, ставить на проветривание. Потому что все, еще раз говорю, все идет аж до верха, идет плесень. Видите, какие окна? То есть они все промерзшие, все мокрые. Какие каши? Ну какие каши? Вы что, издеваетесь надо мной? Я одна здесь, еще раз говорю, это мой дом, я здесь одна. У меня нету никаких волонтеров, никаких работников. И мне никто не придет, там, не разгрузит машину, не помоет полы, посуду, не накормит животных. Это все делаю я одна. Вы знаете, сколько на это уходит времени? Мне сейчас, чтобы выезжать и кормить бездомных собак и закупать своим, я уже даже по ночам посты пишу о том, что я проснулась. 3 часа ночи, уже не спишь, идешь просто заводить автомобиль, чтобы тебе уехать куда-то. Еще раз говорю, ко мне нельзя приехать просто так. Не надо меня спрашивать, в какое время я бываю дома. Скажите, что вы хотите передать, и где-то можно с вами встретиться, пересечься и так далее. Ну, не хотите помогать? Не надо. Не надо. Я же не стою с дулом пистолета перед вашей головой и не трясу вас за грудки. Помогите мне. Это дело добровольное. Люди либо помогают, либо нет. Тут просто третьего не дано.